Аюр Нурмалив, по самому названию вы слышите в конце окончания лив, от слова ливер, что, собственно, обозначает печень. И в названии мы понимаем, что все травы, которые будут балансировать работу печени. Сюда входят такие травы, как амла, одна из лучших трав для баланса, питы. Пхуми нимба, это нимба ним, но одна из разновидностей нима, которая обладает антибактериальным действием. Также сюда входит алоэ, черета, вот эта горькая трава, харитаки, имбирь, пхуми амалаки и фенхель. Препарат хорош для всех функциональных расстройств печени. Сгущение желчи, плохое переваривание жиров, застой в желчном пузыре, боли, дискинезии, восстановление после каких-либо внешних влияний на печень, это либо же вирусные воспаления печени, по-простому желтухи, либо же это токсическое влияние на печень в результате массивных антибиотикотерапии или химиотерапии. Вот это показание. Ну, практически при всех расстройствах печени, может быть, за исключением слишком тяжелых, для которых этого препарата одного недостаточно. Но подавляющее большинство людей, которые жалуются на плохую работу печени и желчного пузыря, этот препарат подходящий.